you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Люксери Ролиплей. Сегодня будет прикольненькая серия. Сегодня у нас будут эксперименты с тачками. Как тачка валит и как на них можно погонять нормально, прям четенько, чтобы было. Я сейчас взял Мерседес, это я не знаю, что за Мерс вообще. Ну, фары на банан похожи. Ну, хуй знает. Вперед похож на Ешку вроде. А жопа на банан. Хуй знает на самом деле. Хочу сказать сразу, что на этот сервер вы без модпака не зайдете, поэтому нужно обязательно скачать модпак и установить его. Все ссылочки, что будут в описании, кому понравится сервер. Так что обязательно заходите, я здесь буду частенько играть, прям очень часто, поэтому заходите, меня здесь, думаю, подписчики часто видят, как бы я вчера с подписчиками здесь катался, потом еще с самозинкой с чуваками здесь играл вчера, поэтому все четенько, я здесь реально часто зависаю, поэтому заходите, у вас есть шанс попасть в серию. Этот сервер, если что, без бонуса, так что не нужно в репорт выпрашивать у администраторов, и так далее, деньги. Хотя я сам администратор. Ну, если вы меня увидите на сервере, ну, там, я буду ехать мимо вас, либо там, увидите меня просто, да, я вам могу дать денег. А выпрашивать у других администраторов деньги не надо, пожалуйста. Поэтому сегодня будет довольно-таки интересная серия. Будем гонять. Эксперимент такой будет. Как бы тестировать будем тачки. Но я думаю, это будет полный гар, потому что вчера, ну, как бы подобное я вчера делал, конечно, я это не снимал, но это был пиздец, чуваки, это реально был пиздец, поэтому с вас забираю лайки и подписчика на канал, в принципе, погнали, будем сейчас тесты делать на разные машины, я вам покажу как раз какие тачки есть вне автосалона, и мы их будем тестировать. Сейчас еду в обычном режиме, кстати, для тех, кто не понял, ну, вот это то, что я падаю, это я немного заболел, мой персонаж, короче, ну, короче, там, надо в больницу, врача, но сейчас очень раннее утро, поэтому, ну, как очень раннее утро, 10 часов, хотя по моему времени, сейчас только 8:48, чуваки, понимаете, я, блин, проснулся 8:30 по моему времени, это пиздец. Это реально пиздец, поэтому с вас обязательно лукасы. Ну что ж, давайте включим режим спорт, я думаю, да? Так, режим спорт. Все, активировали, активировали, погнали. Сейчас покажу вам, как валит этот мерсик, в принципе. Хотя его в автосалоне нету, я не знаю почему. Я скажу разрабам, чтобы добавили больше машин в автосалон. Оп. И, да. Надо распидраситься об дерево, конечно же. Без этого у нас никак, пацаны, ну. Сами понимаете, в принципе. Ну, валит она, конечно, знатно. Даже очень хорошо валит тачка. Без комментариев просто, без комментариев. Так. Ну, этот версик валит довольно-таки неплохо. И, кстати, я потерял свой Хуракан. Вчера, короче, вы катались, я чувака к автосалону подвозил. И, блядь, как-то машинально прописал ДЛВХ, удалить машину. И, получается, я удалил свою машину, но, как бы, она у меня есть все равно где-то. Где-то она у меня есть. Я не знаю где, но... Сейчас я попробую, может, еще одну поехать тачку купить. Покажу заодно вам. Просто вот... Это просто пиздец, понимаете? Вы это видели? Это просто полет нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немного распидорасили машину, ничего страшного. Так. Давайте возьмем какую-то... Возьмем какую-то другую машину, короче. Так, ДЛВХ. Вроде вот этот ID есть, да? Так. Какой цвет выбрать? Давайте беленький. Беленький поршик. Так, фары. Режим спорт. Так, я включил или выключил? Выключил, да? Ну, включаем режим спорт. Хотя я его тестировал, помните, когда-то. Ну, вы толком не видели, конечно. Но он так и не сильно ебашил, я вам скажу.
как по мне. Ёбаный в рот. Да. Это было прикольно, да? Да стой ты, блядь. Чё-то прям вообще дерзкая машина, я вам скажу, чуваки, прям. Прям пиздец. Ну, на ней не очень весело, так, DLV. Так, 466.00. О. Так, режим активирован. Так. Во. Я не купаю, что фары два раза нажимать надо. Это, если что, чуваки, полностью РП сервер, поэтому можете заходить. Это не какой-то дуб РП. Бонуса здесь нету вообще, по-моему. Это из-за того, что, бля, я администратор, у меня столько денег. Спасибо, спасибо. Бля, не успел еще доехать, уже тачку разъебал. Вот это я молодец, понимаете? Братиш, полегче. Воу. Поворот, поворот. Ёбаный в рот, блядь. Это просто, блин, это просто пиздец, понимаете? Блин, на какой я вчера тачке ездил? Я не могу вспомнить, серьезно. На какой я вчера ездил в машине? А, я вспомнил, по-моему. Да. Я вспомнил. Сейчас мы, в принципе, это повторим. Давайте DLV. VR451-170-0. Вот, на этой тачке я вчера гонял с чуваком там, с этим, как его, с Александром Амазингом я гонял вчера. Так, 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 режим спорт включить. Во-первых, во-вторых, фары. Чё я сейчас буду делать? Вам интересно. Вот сейчас что я буду делать, вот такое нельзя делать, пацаны. По полям ездить нельзя. И это я чисто для эксперимента хочу. А вообще по полям, чуваки, не ездите. Просто смотри, как она угол держит по полю в дрифте. Понимаете? Вот в чем прикол весь. Выключайте просто режим спорт и все. И она боком идет как вкопанная. Просто вы можете дрифтить, нехер делать, реально. Еще извиняюсь за мой такой голос, я просто чуть-чуть приболел. Но видосики все равно снимать-то надо. Поэтому с вас обязательно лукасы, пацаны. Поддержите меня в комментариях. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Пацаны, блин, этот режим спорт, на нем может такую дичь просто творить, понимаете? Видите, как машина ускоряется? Ну это ж пиздец. Это пиздец, понимаете? Это пиздец. Это пиздец. Ой, блядь. Ну это жестко, пацаны. Это реально жестко. Напишите, кстати, в комментариях, что бы вы хотели видеть в следующей серии. Мне будет интересно почитать. Ебать. Съёбываем, съёбываем. Ай. Нет. Нет. Мы разъебались. Не мы такие, жизнь такая, ёпта. Так, теперь надо съебаться отсюда. Видите, у меня это ломка, блядь, надо ее вылечить потом будет. Нет, наркоты, короче, из-за того, что не хаул, типа я заболел, там все дела. Все-таки РП сервер, пацаны, поэтому... Так, что-то я не то взял, пацаны, так. Я не понял, где мой Порш? Точнее, не Порш, а этот... Как его, блин? R8, короче, пацаны. Конечно, блин, я не выспался еще жестко, блин. Это мне вообще не нравится, так. Так, я что, я скриншот сделал? Ну, это нормально. Так, режим спорт. Так, погнали обратно на то же место, в принципе. Ну, ебать, что, это нормально. Это все нормально, пацаны. Просто видите, я просто газ давлю, на боком едет. Я просто один газ, можете даже послушать, на клавиши я не нажимаю ничего. Я просто давлю газ и все. Вот, я просто газ давлю, видите, даже колес не поворачиваются. Вы представляете, как на ней просто можно боком валить? Это ж просто корч ебаный.
Понимаете, ебать. Ну, конечно, вот так вот. Я тоже до сих пор ничего не нажимаю. Я просто прямо нажимаю кнопку и все. Просто я нажимаю кнопку вперед ехать, и все. Вы смотрите, что колеса я не поворачиваю. Просто. Вы представляете, когда боком валит просто? Ну это пиздец. Я просто жму одну кнопку, и она боком валит по всей карте. Вот на скорости 250. Вот это я понимаю, пацаны. Уровень, блядь. Просто одну кнопку нажимаешь и дрифтуешь. Видите, колеса вообще не поворачиваются. Я просто жму газ, кнопку газ и все. И это великолепно. Это реально круто. Вы жмете одну кнопку и можете дрифтовать как бог нахуй. Просто одну кнопку нажимаете и все. И дрифтите на скорости 300 в поле. Это нормально, пацаны, это нормально. Так было задумано. Я сам вчера, конечно, приколился с этой темой, что держишь эту кнопку. Еще Евгений, ну, Александр Мазин спрашивал, типа, как ты это делаешь? А я просто одну кнопку держал и все. Так. До сих пор одну кнопку держу, во. Все, теперь она остановилась. Ну блин, чуваки, тут с тачками реально можно такую дичь творить. Вы просто себе представить не можете. Если бы нас было много, прикиньте, ну какое мясо было бы. Как вчера я с Александром катался, блин. Мы пытались на мост выезжали, там разрывались, и пытались друг друга в воздухе уебать. На скорости 300, прикиньте. Ебать. Оп. Просто ебать лайки, пацаны. Просто лайк. Ладно, в принципе, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Кому понравился серия, обязательно заходите, потому что я здесь реально играю очень часто. И не забывайте скачивать модпак перед тем, как зайти на сервер. На этом у меня все, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.